Несезонные холода вызвали хаос в Боливии и Перу. Фермеры теряют скот. Ламы и альпаки замерзают насмерть и гибнут из-за нехватки пищи. Это Боливия. Здесь в некоторых районах до минус 14. В Эль-Альто и Орура фермеры изо всех сил пытаются спасти оставшийся скот. Это позор, наш скот умирает. Как нам теперь жить? Мы здесь ничего не производим, живем за счет скота. А это уже севернее Боливии, в Перу. Здесь кое-где образовались сугробы до 40 сантиметров глубиной. Особенно сильно пострадал регион Пуна. Из-за снежного покрова ламы уже неделю не могут нормально поесть. Истощенные животные еще больше подвержены пневмонии и прочим болезням. Болеют и люди. Я предупреждаю пациентов о риске заражения острыми респираторными инфекциями. Самые тяжелые случаи связаны с синдромом бронхиальной обструкции. Есть также тяжелые случаи пневмонии, и их все больше из-за холодной погоды. Перуанские власти обещают помочь населению в таких экстремальных погодных условиях. Температуры опустились ниже, чем ожидалось, и холод пришел раньше времени. Мы расширяем нашу деятельность, работаем круглосуточно, чтобы следить за происходящим в районах, охваченных холодом. В большинстве из этих регионов сейчас должна быть теплая весенняя погода. В несезонных холодах винят изменение климата.